Ну что, сегодня у нас пробное занятие. Вот будем кататься на такой штуке. Здесь есть два тормоза для того, чтобы стоять сзади. Один тормоз для тех, кто сидит. И еще есть дополнительный ручник. Вот таким образом. Это стояночный тормоз. То есть встает намертво. Ну, даже здесь есть ремень безопасности. Пока еще не катаемся, джип привыкает. Кстати, здесь еще есть вот такая штука для того, чтобы камушки не отлетали в лицо. Джип привыкает, уже отлично ведет. Сама эта конструкция болтается не просто так. Она вот здесь вот таким образом закреплена, и поэтому, в общем-то, держится на этой оси, а не на собаке. То есть, по большому счету, на собаке она фактически, она ее даже не чувствует. Тянет, но не чувствует. Нет давления ни на спину, ни, естественно, ни на шею. Сейчас Джи немножко неправильно встал, потому что... Давай-ка подвинься. Потому что вот в идеале она вот так едет. То есть, да, это просто сейчас он назад немножко тянет, поэтому так кажется. Ну что, молодцы. Ты-то точно молодец. Да, ты точно молодец. Да, ты тоже хочешь туда? А, ну и самое главное, что здесь можно крепить две собаки. Сейчас закреплена одна штука, а можно крепить здесь и вот здесь. И запрягать двух собак сразу. Вот такой тренажерчик. Ну что, ты погрустнел, лошадка. Обкусанный комарами, бедолага.